Всем привет, ребят. Че, поиграли мы в Метро? Так неплохо, смотрю, уже практически обед будет скоро. Так, ну че, у нас сегодня обзор топовых рынков с китайки, с английского и с русского сервера. Расскажу, покажу нюансы, как обычно. Посмотрим, какие акции где, и сделаем конкурс. Конкурс, я думаю, на Огника. Ну, в принципе, нормально, Огника можно, в принципе, везде взять. Не знаю, как на китайке, если будет победитель здесь, потому что здесь продают мешки, только нету ни целого, ни осколков толком. Ну, это, в общем, не горит сегодня-завтра. Условия я вам расскажу уже по ходу видоса. Так, окей, поехали. Мы на китайке. Смотрим, что тут у нас интересного сегодня. Давайте так с конца. Розалинда. По сути, Розалинда здесь стоит 4 пака. Я буду так на русский переводить, потому что все вас русского на русский сервер. Получается 6 паков русского сервера больших. Здесь стоит Розалинда 1000 феника. Как видите, в принципе, неплохо скины получаете. Но надо ждать. Они что-то продают ее здесь частями. Как-то странно. Так, вот такой вот пак, это вот один большой на русском, 50-50-20-20. Это обычный пак, половинка, вот такой себе, что-то, ну, конечно, хуже, чем это. Дальше, вот такие вот акции для без доната, затрату саму, ну, для доната, конечно же. Что мы видим? В принципе, самое основное я уже не один раз показывал. Вот это вот стоит 300. Вот самый верхний я его забрал. Вы получаете 10 смен таланта, 10 смен чар и карту за 300 самоцветов. Соответственно, вы потом можете получить с этих 10 карт. Я показывал уже. Есть роллинги за значки почета, есть роллинги талантов. То есть за фактически там за месяц, за полтора вы можете собрать себе карт смены и нормально себя приодеть. И получить, конечно же, героя. То есть вот так вот. Дальше. Это есть только здесь. Помимо этого, вы там еще накопите, можете и Огника собрать по чуть-чуть. По 60к, если собрать. Ну, конечно, это не выгодно. Лучше сразу 120к влупить. 160 и полностью. То есть вот это вот еще одна имповая акция, чем отличается этот сервер от других. Так, ну вроде так бы все. Смотрим, что там еще у них интересного есть здесь. Так, понятно все. Бинго. Вот смотрите, хрустальный сундук. Он в два раза дороже получается, чем на русском сервере, но посмотрите на награду. На английском сервере, мне кажется, хрустальный тоже чуть-чуть отстает именно от этого по количеству. Например, взять тех же самых. А, вот Огника, кстати, можно отсюда собрать. Поэтому вот так вот. Как видите, за большой пак, ну, получается полтора больших. Можно тоже Огника кучу плюк собрать. Пират тоже топовый показывал. Здесь мешки просто сыпят. Первое, поэтому тоже проблемы как бы собрать здесь никакой нету. Окей, поехали дальше. Ну, такие акции я вам показывать, в принципе, не буду. Тут ничего, скажем так, интересного, как обычно, нет. Ну, то есть они стандартные, где-то плюс-минус, больше-меньше. Итак, что надо сделать для конкурса, вы меня спросите. Надо зайти в плейлист Сардельки. Это мой новый бездонатный аккаунт. То есть бездонатный, ребят. На моем канале, думаю, это не проблема. Все знают, как открывать плейлисты. Заходите туда. Русские ставим напоследок. Заходите туда и репостите 3 видосика. 3 видосика у вас должно быть за сегодня и за завтра. То есть конкурс будет длиться ровно один день. То есть сегодня там 10:00 у меня, это 11 МСК, до 12 МСК, там 11-12 МСК завтра. Я уже засниму видос и выброшу его с выбором победителя. То есть у вас должно быть 3 репоста видосов.
Это первое, то есть заходите в плейлист Сарделька, выбираете три рандомных видосика, которые вам нравятся, и жмете на репост. То есть репост как делать, я думаю, вам рассказывать не буду. И у вас должно быть все открыто, ребят, еще раз напоминаю, открыто. В Ютубе у вас должно быть открыто плейлист видосиков, которые вам понравились. Это обязательно, чтобы я видел, что вы поставили лайки и сделали репост. Также у вас должна быть открыта в Ютубе подписка на мой канал. То есть я должен зайти в канал и увидеть там, что вы на меня подписаны. Так, окей. Поехали дальше. Поехали дальше, дальше, дальше. Английский сервер. Ну, тут, я думаю, рассказывать, показывать вам ничего не надо. Вы и так, в принципе, понимаете, что это самый топовый донатный сервер, судя по тому, что вы видите у меня. Вот такие вот акции есть сегодня. Дискаунт сразу же дают. Не знаю, что тут будут давать. Ну, скорее всего, то же самое исцеление будут давать бесплатно. Ну вот, посмотрите. Ну, тут у меня нету, к сожалению, ничего для бездоната сейчас. Ну, скорее всего, исцеление, опять же, будет бесплатно. Давайте сейчас зайдем. У меня вроде были монетки, а нету. Ну, в общем, это раз. Давайте сразу же. Коллекционер даже есть. Он есть тоже через пару дней. Там, ну, стабильно. Да, здесь не такие топовые плюшки, как обычно бывает на других серверах. Но здесь падает совсем по-другому все. Так, с этим мы разобрались. Ну, поехали. Ужасаться, ребят. Ужасаться, я скажу. Еще раз, с того, что здесь продают. Давайте сейчас я посмотрю, 1 плюс 1 нету. А, помимо этого, это тоже отнесем к базару. Shopping Spree, он идет раз в 3-4 дня, точно так же, как и дискаунт. Ну, и здесь вы, конечно, можете достать самые топовые плюхи, которые они есть. Получить топовые шансы, собрать того же самого огника. За минимум. Не надо тут париться, там, за полпака. Но это все фигня. Заходим сюда на рынок и смотрим, что здесь стоит огник. Вот такой вот рынок. Как видите, камешки это все продают в принципе дешево. Я бы не сказал, что перекидывать на русский сервер это дорого. Розалинда стоит 6 паков на русском. Там было где-то, ну так, плюс-минус 5. Здесь 6. Тоже плюс-минус, потому что можно сумки подкопить разные, там плюшки. Скидки, смотрим, 10 баксов столько рун. Я не знаю, на русском сервере я о таком когда-то только мечтал, и думаю, вы тоже. Огник, один пак большой русский, один, ребят, огнекрыл, один пак. Сумки, камни на прокачку, ну один пак, блин, большой. Такой вот пак есть вот тут у нас, ну и все. То есть такой вот. В принципе, как видите, там для бездоната больше и такой себе донатный. Тут все больше для доната. Без доната такое себе. Ну, идем ужасаться на русский базар. Так вот, что вы должны сделать? Открыть плейлист, сделать три репостика. Три видоса, ребят. Там ВК, Фейсбук, где вы там сидите, чтобы я мог туда зайти и посмотреть, что они там есть. У вас должны быть открытые подписки. Открытые понравы, ну, видео, которые вам понравились. Все, у вас есть на это сутки. Делаете это все, и среди комментов я определяю победителя. И, соответственно, с ним уже списываюсь. Ничего сложного, очень быстро, очень надежно. Ставки на спорт. Шучу. Вот так вот. Смотрим русский сервер. Так, колесо. Ну, в принципе, огник за 180 попыток, ёпта. Тут дают, по-моему, если я не ошибаюсь, 12. Короче, тут 10 паков как минимум, а то и больше, наверное, чтобы получить отсюда огника. Ладно, это такое. Смотрим дальше. Набор сокровищ. Просто песня. А теперь заходим сюда и считаем. Огник. 3 пака, ну, берем 3, чтобы собрать, это надо 3 пака, ну, вы собираете ледяху. Однозначно, сегодня они меня удивили. Еще и плюс рунги получаете. Командора, ну,
Ну и все. Вот второй еще там коммодору можно получить. Ну и все. Ну тоже в принципе. Поэтому делайте то, что я говорю. Набираем 1000 лайкосов под видосом. Это еще одно условие. 1000 лайков. Репосты вы делаете, что от вас зависит. Ну в принципе, если вы будете делать, говорю, 1000 лайков под видосом. Под каким, блин? Неважно. Короче, делайте репостики трех видосиков с Рдалькой, которые вам понравились без донатного аккаунта на русском сервере. Открываете все, открываете там, куда вы репостите, чтобы я, и пишите в комментах, как с вами связаться. То есть коммент, куда вы сделали репост. Ну, все как обычно по форме. Кто не знает, посмотрите, есть раздел конкурса, там все есть. Делаете репостики, пишите комменты, как с вами связаться, куда вы сделали репост, все открываете, и к вам придет Техникрыл там завтра. Поэтому все в ваших руках. Вот такой вот мини-обзорчик, чтобы вы понимали, где лучше играть и почему я ушел с русского сервера на английский сервер. Не потому что там как бы там просто интересней, там больше контента можно создать, там повеселее, там больше народа играет. Ну, в общем, вот так вот. И посильнее там те же самые топы, там есть с кем повоевать. Все, пишите комменты, лайки, репостики, и все в ваших руках. А, кстати, включим вот этот видосик. Этот видосик должен набрать тоже 1000 лайков. То есть еще одно условие, 1000 лайков под этим видосом и все остальные репосты плейлиста Сарделек. Все, кто хочет, участвует, кто не хочет, тот, вы знаете, что делает. Всем удачи, всем пока.